Привет всем! Сегодня небольшой мой эксперимент, как я зашиповал болтами покрышку. Покрышка от Спорта 120 на 70 R17. Вот. Вот такие болты. Купил их в Леруа Мерлен. Собрал вот такой болтокомплект. Вот. Болтик с такой шляпкой. Изнутри, то есть, есть вот такой шип, чтобы он не проскальзывал. Мебельный, видимо, шуруп. Болт. Изнутри я ничего не прокладывал. Так, сделал на свой страх и риск. То есть просто камера и все. Друзья предупреждали, что возможно проскальзывать и возможно камеру протрет. Но вот сейчас только сделал тест-драйв, покатался, собрал все сугробы по гаражам. Вроде бы все ништяк. Было опасение, что вот эти длинные шурупы, это будет ломать резину, когда вот она замерзнет, что вот здесь, ну, на бок будет сильно косить и ломать. Но я сейчас покатался, держак вообще классный. Вот все бумажки, какие были там, тряпки, все на нем. Порвал штаны, пока вокруг крутился, колесо ставил. И башмак. Так что цепляет хорошо. Вот. Даже переключился до третьей передачи. Держак был, затормозил полностью передним тормозом, даже юзом не пошло. Вот. Ну, конечно, дело более-менее плавно, но как летом, в принципе. Вот, что еще? Ну, ставил как, то есть сверлил дырки изнутри, сверлил снаружи, изнутри вставлял болт, сверху гайка, шайба и гайка. Предварительно я смазывал, можно вот краской, для того, чтобы была, ну, контрагайка, короче, получалось. Чтобы не раскручивался болт. Ну, вот, в принципе, и все, что можно было сказать. Что можно сказать по цене, сколько вышло мне. Вот такой один болтокомплект, так, который я собрал. Вес болта, если не ошибает память, 4 грамма. Шайба точно 2, гайка 2. То есть, общую массу... Понимаете, какая, да? В общем, у меня ушло вот на это колесо с такой ошиповкой. Ушло 212 болтов, болтокомплектов. Вот. Первый раз этим занимался, начал рисовать рисунок, то есть, чтобы была разбежка, чтобы одинаковое было. А по итогу, когда сделал, показалось, что кое-где можно и добавить еще шурупов, болтов. То есть, я их добавлял, так что какого-то жесткого рисунка здесь нет. Вот. В целом колесо потяжелело где-то. Прежде чем идти в магазин покупать, то есть я посчитал, сколько мне в ряду надо будет болтов, болтокомплектов. И из этого сделал расчет. И зная их вес, я сделал расчет, сколько мне понадобится болтов, гаек и шайб. С этого пошел и покупил. Так, что еще можно сказать? Да, в принципе, и все. Мне, в принципе, понравилось то, что не надо было изнутри что-то прокладывать, что-то мутить с тем, чтобы не пробить камеру. Но вот как показал практика, что вот я сейчас погонял, вроде бы никаких проблем не вызвало вот эти, что и шурупы длинные, и камера ничего не пробитая. Кстати, колесо забортованное стояло где-то около 2 недель, мне было некогда заниматься этим всем. Вот. Для примера могу показать то, что делал не я. Это я его купил, короче, в нашей группе мотоомской. Вот. Это уже колесо было готово, но оно очень тяжелое, на мой взгляд, получилось. Вот. Здесь болты по краям на 6, а здесь, кажется, на 8. Ну, если я не ошибаюсь. Так, что сказать? Ну вот изнутри там шляпки прям торчали, и они проложены пожарным шлангом. Колесо получилось очень тяжелое, очень тяжелое. Вот здесь я где-то буксовал, видимо, камера возьмет, нет. Буксовал, ну вот как стирается. Но парень говорит, что он один сезон на ней покатался. Не знаю сколько, точно не могу сказать. Но вот такое вот состояние. В принципе, пока прикольно. Держак хороший, даже если идешь в дрифт, то тебя... Он управляемый, короче, вот. В принципе, понравилось. Буду при возможности сниму видеообзор, как это держится на трассе. По сугробу, в принципе, все копает, едет. Ну, сугробы как бы не показатель для шипов.
Вот. Ну, на льду тоже держит нормально. Вот где здесь было в гаражах накатано, в принципе, все. Так что давайте, не судите строго. Всем пока. I go hard like Vladimir Putin.